Слушай, я думаю, можно не представлять следующую пару, они уже заряжены, и мы приглашаем их в Рим. И я, насколько понимаю, это последняя пара сегодняшнего вечера. Совершенно верно. Как бы не хотелось заканчивать этот потрясающий, зрелищный турнир, но время подходит к концу. Да, я помню поединок на прошлом турнире в Казани, который, ну, после победной истории был еще такой достаточно кипиш, скандал, беседы за рингом, за трибунами. В общем, ну, все закончилось хорошо. Мы надеемся, сегодня будет так же. Это был драматизм, это было интересно. Зрители, прежде чем мы начнем, вам понравился турнир? Супер! Привет! Всем ассалам алейкум. Настоящий воин – это тот, кто не боится никого и ничего, кроме Аллаха. Аллах дает жизнь, и Аллах забирает. Клянусь Аллахом, что я не боюсь никого из бойцов. Я готов только самим лучшим бойцам разъедать этот автогон, потому что орлы не охотятся на муху. Аллах Акбар. Орлы не охотятся на муху. Джейсон Стэтхэм, по-моему, говорил что-то подобное. Рафаэль, ты принимаешь второй бой за вечер. Ты готов одержать вторую победу? Да. Пиццы перекусил? Пока нет, попозже. Две пиццы. Выиграешь две пиццы, братья, сказал. И кола. И кола. Одна пепси кола. Зеро или обычно? Обычно. Все, ребята, мы едем дальше! Давай, Вован, пока. Давай. Поехал. Все, погнал. Парни на середину. Рафаэль. Итак, вы уже здесь не новички. Поэтому все знаете. Слушайте меня внимательно. Уважайте друг друга, деритесь честно. Руки пожали. И по углам. Итак, дамы и господа, это финальный поединок сегодняшнего вечера. Это турнир по уличным боям. Стрелка! Готов! Готов! Бой, поехали! Зрители, давайте пошумим хорошенько! Это завершающий бой! Держи, держи! Колени не работают! Затылок внимательно! Держи, держи, брат, одним. Затылок внимательно. Брат, надушайся, возьми. Руки не забывай, вторую! Все! Активнее защита! Все! Контролируй, брат! На середину, парни. Рафа, я думаю, вторую пиццу ты все равно заслужил, не расстраивайся. Лучший! Давай сюда. Ожесточенный напряженный бой. Один из них уже вышел сегодня второй раз. Но победу не одержал. Победу одержал другой. Вот он этот парень. Победа! Аплодисменты! Отличный бой!
тебя только, к нему только уважение. Красавчик, что принял бой. Рафаэль, не уходи. Ну что скажешь? Был близко в какие-то моменты, но не удалось немножко. Я думал, ты выберешься из этой сложной позиции, чего не хватило. Опыта давно не боролся. Не было дала. Тренировались на улице, короче, с пацанами. Чисто ударку. Давно не боролся. Зато знаешь, над чем поработать. Ты показал отличные оба поединка. Мы ждем тебя на дальнейших турнирах. Приезжай в Москву, приезжай в другие города. Я думаю, ты будешь успешен. Я уверен, что тебе везде будут рады. Да, спасибо всем, да. Крутой турнир. Даете простым пацанам подраться. Вот, спасибо всем, короче. Все, спасибо тебе, зрители! Аплодисменты! Слово бойцу! В первую очередь хочу сказать... Алхамдулла, спасибо Всевышнему за то, что дал мне эту победу. Еще хочу поблагодарить моего клуба Ахмата и моих тренеров, тех, кто мне помогли подготовиться. И хочу сказать спасибо организаторам и ведущим. Это очень хорошая организация. И хочу всем сказать мужчинам, что не боитесь выходить на ринг и попробовать себя. Я приехал, тот он принял, он настоящий мужчина. Настоящий мужчина – это тот, кто вообще не боится никого. И еще хочу сказать... еще хочу сказать, что я за вопрос волнуюсь. Все, не волнуйся. Вот. У нас времени много, говорит. Еще хочу сказать... так, как я сейчас скажу? Сейчас у нас начинается ток-шоу. Отец, я тебя очень-очень сильно люблю. На стрелке. Отец, ты у меня самый лучший. Я горжусь тобой, и я дерусь, чтобы мой таджикский и узбекский народ... Еще мои тренеров, клубы, друзья, чтобы гордились со мной. Я хочу сказать, ашхаду алла илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммада абдуллаха расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах акбар. Всем спасибо. Понял. Спасибо тебе. Это Мухаммад сказал. Стрелка — один из лучших турниров по боям без правил. Итак, дамы и господа, друзья, сегодня прошли яркие поединки, да? Ты согласен, Володя? Потрясающе, честно, я не ожидал, что будет уровень турнира настолько высок. И мы благодарим бойцов, благодарим зрителей. Не очень много зрителей было на трибунах, но я уверен, что многие смотрели это в прямом эфире. И посмотрят в записи, посмотрят в интернете. Смотрите наши бои, приходите на наши бои. А смотрите, а мы вас ждем где? Всегда на турнире «Стрелка». И в конце спасибо партнерам «Экстрим Спортс», «Ротель Профайт». Друзья, мы будем становиться сильнее и лучше. И это еще раз «Стрелка».